Так, ну, стрим пошел, если что. Ну, вот я смотрю, пока этих никаких лагов нет. Секунду. Ты передо мной? Да. Я перетормозил прям. Ну вот и я тогда отсюда. Надо было убрать. Я не помню, я включал синхронизацию. Есть при повороте башки в сервете? Миш, как твой девайс на стрим? Сейчас ссылку дам, секунду. А куда ты же? К тебе зайду, кину. А. Так, а я все. А вот и я справился. Давай, давай. Да, смотришь, у меня лучше на связь. Давай. Посмотри, ну, дождь, Олег. Кинул в чатик. Просадка до двадцатки все-таки дискомфорт. Надо еще резать графон. Поднимешься, ты на это. У тебя тоже? Да. 27. Ты как раз? Да. Ну и смотри, как я глаз сюда не заметил сам. Смотри, вот я молодец. Практика. Это не как, это твой взгляд. Молодец. Какой твой взгляд? У меня два раза. Ну, вчера смотрел, как я прошу сон. Так, дальше. Вперед всеми, да? Так, Олег, ну я новую взял. Берите новую, я только спускаюсь. Стрим еще никто не зашел. Так, ну я на автозапуск. А я кинул. Ну сейчас в ТС-ку тебе кину туда. Сейчас отправил к тебе на чат, не появилось. А я, блин, я все окончил. Тебе на чат сейчас написал. А, слушай, ссылки не проходят. Да-да, он ссылки режет. Сейчас засраться. Да, я им написал, но я сейчас ссылку убрал, слыша, пройдет, нет? А, засранцы, вот даже, он только последний идентификатор пропустил, даже если я из ссылки убрал слыша, все равно увидел. Давно он такой злой, Ютуб? Я сам не знаю, как это пытаться. С
на Twitch вообще. На Twitch мне больше понравился стримить в последнее время. Зашел кто-то на стрим, вижу. Только, к сожалению, я с одним монитором, мне читать неудобно. И это тестовый запуск, поэтому здесь сейчас и микрофон будет мой отсутствовать. Если что, у Завара вопрос пишите. Он будет транслировать. Что-что? Завар Сюстер. Будешь моим пресс-секретарем, должность такая. Просто у меня здесь телевизор работает, посуды гремят, тазы летают, бьются, и если я микрофон включу, то много шума постороннего будет падать. Зачем вам на стриме? Вот на телевизоре какую-нибудь гадость скажут, а это все услышат. Так точно. Сейчас. Давай. Сейчас скажу. Так, так. Курс примерно 273. Я тебе покажу. Его заехал. 273-235. По карте посмотри. Там стоит кружочек. Там наша машинка стоит. Да, да, да. Подъезжай к Пятигорску. Константинов, Константиновская вот это вот. И... к ней поближе. Кстати, надо десант взять. Какой-то... Да? А, через... Ну, меню готов, да, есть? Попробуем, господи. Смотри, получается, ты на холм высаживаешь, но там видишь, там нажми на эту метку, там типа закат, а тебе выше. Надо высадить потом. Сейчас нажать. А, высадить десант. Так, ну ты будешь с этим, с десантом, а я.
Так, ну что, все готовы? Подожди, подожди, подожди. Подожди. Десант взял. Загрузил десант, все, загрузили, да? Спайки, спайки. О, смотри, как у тебя Олег уходит уже неплохо. Давай, заводимся. Поехали.
один стул. И вот там, видишь? А тебе, а подожди, а ты же еще дальше был? Потому что я твои ЛТЦшки видел, и ты ближе, чем я был. То есть почему ты сначала по мне стрельнули, а потом по тебе? Что не отключилось? Нет.
спускаешься? Я автозапуск нажимаю и не мучаюсь. Я же еще кнопки разные нажимаю, там на YouTube зайти, посмотреть, что там как, поэтому я не хочу сейчас. Долго, вот я не знаю. Сейчас запустимся, посмотрим. Что, так полетим? Блин, я же не люблю эту кнопочку нажимать. Там колонна стоит уже. Где мы работали. А, проехал уже, да? Нет, она там стоит, видимо, что-то ждет. Так, загрузите сан. Но она ждет, пока мы не вылезем. Так, ну взял минометный расчет.
программка отмяк. Ну это дергает из-за того, что я теперь у меня и оградника, и ПТС еще 21. 23. Подбивали, да? Да, там стингеры проснулись. Я не понял, меня, у меня такое ощущение, как будто меня топкой сняли. Ну реально, потому что вообще ничего, только бах и все. Пенек, да, а здесь так вью есть? Слушай, я не знаю, нет, наверное. Надо брифинг посмотреть. Ну-ка. Зачем нам брифинг? Сейчас тебе так скажу. Можно через пойти к ним. А ну если ты знаешь какие-то пути, как лучше посмотреть, то конечно сложно. Сейчас. Если через Discord. Нет. Угу, да, есть так и. Записывает или прямо выкинул? Ну, записывает. То, что ты летал, я не знаю, правда, единственное, с задержкой, вот судя по записи, по-моему, задержка. Хотя не уверен, надо, короче, смотреть. Так, вчерашний полет, сейчас посмотрим. Самое главное, это то, что они перегрев убрали. То, что четверка грелась. Также у них угол обзора и разрешение у пятерки выше. А что спрашивать, можно взять и посмотреть сравнение спецификации четверки и пятерки. Это общедоступная информация. Гуглится. А может, мы специально дезинформацию дадим? Чтобы продать четвертый трекер. А, Тоби трекер есть какой-то там. Да, вот мне, кстати, интересно его. Это, по-моему, за глазами он смотрит, я так. Кенек. А что ты у меня, подожди сейчас. А, я обороты убрал, закрыл сейчас. Что лучше? Десант, возьмите, пожалуйста. Я не буду. Я останусь для меня. А что, куда этот десант? Да, если ты помогут. Можно? Я сказал, вторая линия на месте, пока. Блин, это классный автомобиль. Миша, какой ты десант взял? По-моему, обычно. Тебя не было, и я... Дело в том, что если написано, что надо высадить десант, то надо не спецназ высаживать, а именно десант. Стоп, смотри-ка. А мы уже, получается, взяли этот город или нет? Нет, нет. Не брали, по-моему. У нас колонна под колонной стоит. Все под колонной. А, здесь нет этого.
смысл десанта падать, наверное, в конце можно. Я минометный расчет погрузил. Да, может, что ремонтировать или восстановить, не знаю. А давай брифинг, я почитаю, что-нибудь тут написано. Нет, смотри, есть владельцы OpenTrack, которые попробовали TrackIR и потом не возвращались на OpenTrack. Конечно, там все готово, там не надо. Проще всего. Слушай, моей рамке уже, блин, лет, сейчас скажу, 8 лет уже. А там вообще из говной палок сделано, до сих пор работает. Ладно, поехали. Давай. Так.
сейчас на 10. Давай, подходи к нам. Ты 70 скорости. Крокодила нам нужны.
смотрю, вижу, техника какая-то на дороге стоит. Какая-то что у нас? Это наша, да. Вот от нее надо отталкиваться или левее уходить. Это значит, мы уже убивали. Попробую сейчас, пока не отъехал.
стабильная версия. Так, я возле дыма черного высаживаю. Левой консоли нет. Да. Слышь, я себя чувствую нормально. Ты что, ракет попал? Да. Другого быть не может. Откуда тут? Там, ну я... Справа у тебя где-то на 2-3 часа примерно. Откуда? Это что-то это тяжелое лупит, это не. Это не ЗРК. Да не иди, мне там сейчас нахлобучили. А слева 10 часов стрельба пехотинца. А, нет, не пехотинцы, по тебе стрельба слева, типа шилки. 10 часов по тебе, тебя сейчас снимут. Девять с половиной, 10 часов. Уже не до... Я всю осень сейчас летал. Сейчас вчетвером падем уже. Прикольно. Первого самого молодого надо отправлять. Слышь, Ламин, хорек? Не знаю, есть ли смысл пехоту брать, нет? Да не надо чего-то, зачем нужно? Я не знаю. Я возьму. А что ты брал, Миш? Ты так и не высадил, да? Нет. Я, блин, думал, сейчас лупану по это, зенитке и попробую посадить. Надо было наоборот делать. Ну ладно. Я возьму тоже пехоту. Так точно. Я на автозапуске запускаюсь. Так, а вооружение под подавешек. В смысле, какое? Ну, 8 туров и 2 этих блока. Выбирай только из список подвесок не индивидуально там по этим. По-моему, третий или какая сверху. Здесь техника есть. Техника. Где? Чу-чу-чу. А. Технику даже высадить можно. Но ее быстро там захерачить, мне кажется. Не знаю. А с ним не стоп добрать вообще-то. Я 60 взял.
Да это 660, мне кажется, да? Видите, в списке выбирай вооружение. Потом от руки так еще воду с земля ракеты. Короче, я минометчик взял. Все, на автозапуск. Ты смотри, мне они работают, жесть. Еще ряд соединился. А где частоту 114 можно накрутить в 24-ке? Так. Да, РК-15 я видел, но нафига нам АРК-то на 114? Можем тут гуску, стрелу довести. Вот да, против кого? Действительно. Грузчики, надо грузчиков брать. Обломки на жду, бля. Бухают, может. Относительно для меня это много. Так, ну что, я готов. Тут, Олег, ты готов? Да? Я как обычно. Да. Но я зеркала отрубил. А, точно. Так, а крайний у нас Харек, да? Нет, я наверное. Слева я. Да. Крайний слева. А это как вот? А ты, наверное, не цеплял, да? С8 комп. Нет, у меня 4. Я понял. Идите, короче говоря.
за вами. Олег, не надо, не надо. Ты что? У меня какие-то проблемы были. Я это отличу, хорошо? Зато я вас вижу, да, ты лучше отойди. Подойди там подальше. Тихо-тихо, знаешь что? В чем эта проблема? Я не оттренировался и не выставил этот как он. Автопилоты. Еще попробуй без них. Бля, здесь опасно. Лучше я их выставлю. А, не включены уже. Да. Так. Открываюсь, отхожу. А, тут, да. Просто я опасно для тебя выставлю. Я отлечу просто. Страшно. А что такое, Олег, что у тебя за проблема? Да что-то джойстик слетел. Как в прошлый раз. Он цепляется у тебя? Сейчас где работает сейчас. Да? Ну тогда полетели. Ничего, сейчас, я еще пока не слетел. Сложнее. А еще, если я не ошибаюсь, по инструкции запрещено. Давай. А можно? Можно, кстати. И очень даже неплохо. Да. Я готов. Олег, ты готов? Так, сейчас все убрал. Олег, готов? Да я над вами уже. А, тут есть. Что там, чеманулись? Пойдем. Его только что-то качает. Thank you.
я также восьмерку когда взял, я потом, наверное, спустя очень долгое время узнал, что это надо включать. Попадание. Захватил танк.
по тангу. А вы на ловушках там хоть отходите? Вы такие бесстрашные. Пуск по танку.
одной ракетной. А по кому пуск тогда был, интересно? Кто-то внизу отходил, я что ли? Я же так ровно еще влево и попасал. Блин, я эту машину вижу, которая пусковая. Она едет, дымит у тебя медленно. Олег, видишь ее? Я попал сейчас, она чуть левее дымит. Едет по земле. Пуск! Прохожу слева от
туда отходит плюс. Там все чисто. Сейчас попробую десантуру высыпать.
Может быть и наша часть, и наше направление. Это наше. Да. Да. Так, еще десантура высокая. О, здесь еще пехота, кстати, есть. Он лупит, но я сел. Что там отмечено?
да, идите? Нет, я по-честному. Не, он раненый, но хочет дойти домой. Ну да, логично. Ну, я пошел, взлетаю. Давай, давай. Алло, давайте второй, отойди. Шлак прям. Все, меня посекли прям капитально так. Я вообще без двух летать на раз. Так, там горка есть, надо высадить десант туда. А ты взял? Да. Здесь если 4К50 их прилетят, вот они будут резь творить. Да. Они просто станут, у них игра какая, завис и... А, да. Там, по 12 там вихрей, да? Да. Там деревья туда, Миша. Ну, уже за колонну. Куда ближе? Это старый. Это старый колокол. Да. А эта миссия на сколько длится? Пока не закрыта. 9 часов. Сегодня накостыляем, завтра опять с нуля. Да, мы накостыляем, а вчера мы прошли. Как бы это, и все, рестарт не сделали. Вчера мы сколько примерно? Часа, наверное, 3 мы духали, если мы не сняли. Не сняли, мы уже не без готовы вообще. А потом, а потом...
потом они заканчиваются, когда надо, да? Я-то понятно, почему я трачу, мне как-то пофигу. Там пушки тоже высаживаются. Вон, я там стрельбу вижу. А я по инфентарю вообще стараюсь как бы не стрелять. Да. Обалдеть, я ФПС 17. 18. А ты вот если смотришь, посмотри, я ФПС. Ты говорил, у тебя сломался. О, ко мне на стрим кто-то зашел. Только параллели смотрит, да. Я вот смотрю, аншлаг, человек. Алексей Зайлин, не знаю кто это, подписался. А ты через Shadow флемишь, да? Да, я сейчас через Shadow. Походу тормозов нет, надо со Streamlabs разбираться. А, да-да, привет, Алексей, я чат не читаю, у нас тестовый стрим. Алексей, рад видеть. Присоединяйся к нам, если есть модули, которые сейчас на сервере. ПК как-то называется. Так, смотри, Олег, видишь гору с антенны, да? Ну да. Там уже под горой, если прямо смотреть на 12 часов, уже наша техника едет. Вот. Надо смотреть, что левее. Видишь, где черные дымы пошли первые. Вот это вот населенный пункт начинается, там уже надо осматривать. Но я сейчас хочу попробовать выкинуть сам на вышку. А вот тут блокпост у нас на 11.5. Да, да тут все, в принципе, выбито уже. Меня сбили вот тут вот левее. Да. Ага. Слышишь, кстати, не знаю, горы слева. Меня тоже там сбили. Надо там еще задержаться. С колонны едет еще. Да, я колонну наблюдаю. Но она, я так понял, ну пока остановится и там через какое-то расстояние уже пойдет. А где она? А, у меня на 11 часов. Вот дым видишь подо мной слева? Чуть-чуть. Короче, у меня на 12 часов дым. За дымом по дороге смотри. Захватил. Нет, не захватил. И будет наша колонна. За колонной уже будет опасность. А, вот он. Тупи. Сразу нары поставлю, там если там есть что-то, я там залью нафиг.
чудо. За гору пошли же. Я пошел на гору высаживать пехоту. Давай. Если это получится, конечно. Типа захватили вышки. Там, давай! Там на горе будут противники, смотрите. Ну я, если что, нары включил уже. Я пройду над ней, над горой. Смотри, не ходи, тебя ЗРК собьют с города. 100%, я тебе говорю. Какого? Который слева город? Который Пятигорск, вот, за горой, да. Слибас, да, за горой, да. Здание слева, Кёник, пехотинцы, группа стоят. У тебя справа с 2 часов пехотинец лупит. Справа блокпост, Кёник, по тебе работает. Зушка, по-моему, 23. Ладно, я сейчас начну сделать. Я чуть ниже, с другой стороны попробую. Сейчас ты где висишь, ты прям под блокпост подставился справа. Да-да, вот здесь они уже тебя не видят, блокпост. Но пехотинцы вон, если что, увидишь. А ты прям на них сядешь? Я вижу там пехота. Я попробую на дорогу сейчас сесть. А, под тобой провода, столб. Я запускаюсь, если что. Это неровная поверхность, если что. Или ты хочешь так это, в воздухе? Сейчас попробуем. Я тренировался, блядь. Подожди. Да-да, я просто за Кёнигом смотрю, пока запускаюсь. Давай, запускайся, скажешь, полетим вместе. На эту гору залетать нельзя, да? Там техники такие. Там из-за горы полно. Зря я бросил, колонну. Колесо переднее коснулось, Кёнь. О, справа. Как есть на горе или нет? Садись прямо на них, господи, вот справа, прямо около здания, садись, они тебя не убьют, наверное. Сейчас я его убью. Ты уже так не все разнял. Ну ты сейчас поднимись на руль, а вот перед тобой прямо, лупани ему. Только сзади деревья осторожнее, сзади деревья. А, и он начал депортировать. Парами долбани, господи.
Вижу, 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 вижу. Там РПГшники стреляют, твоя десантура там все жжет. Деревья. Ты дымишь, Кёник, давай возвращайся. Офигеть. Это жесть просто. Карьку, наверное. По мне. Ни хера себе. Завар. Сейчас я скоро. Кстати, я возьму, это офигительно, она прям выносит. Ну-ка я миномет возьму. Готов. Готов. Запускаюсь. Ждать не будешь?
лейтенант. Нет, посмотри, по F10 там дофига. Там еще вторая колонна подходит. Это мы что ли? Ой, Харек, а ты вообще не там? Тебе на возврат или куда? На возврат, да, тебе возврат. Курс 100. Да. Там Кёник сейчас. Опа, блин, бегает. Да, бывает. Это вылет отдохнуть бы. А ты? Тоже буду стол. А так нам левее надо. Ты часа уже летаешь, только помню. На работу приходим. Походу надо вот за этой вершиной блокпост нам выносить сейчас, да? Да за вершиной, а до вершины, нет, не до вершины. Видно. Я только один вертолет вижу. Не знаю, отдали назад. Я все вижу, тебя и других. За город зайти, да?
хочу, да, чуть-чуть с высоты, чтобы увидеть этот блокпост, потому что с нашей стороны сейчас будет деревьями все закрыто, поэтому я сориентироваться хочу. А нам работать надо от обратного, то есть сейчас пройти туда, к той вот горе, которая на горизонте, и с той стороны тогда блокпост будет виден. Но там могут быть... Где? А, не, да. Вот так вот прям. Заняты, да? Наверное, я не знаю. Какой антуражный запрос был. С колонками, прям как настоящим. Прикольно. Слушай, ну визуально перед нами никого не вижу вроде бы. Закрытый пока. Ух ты, слева по тебе лупят? Подо мной трассу прошли. Ну да, деревья. Да-да, по тебе лупят. По тебе. Обычно на внешке дыма не вижу своего. Ты его не стреляешь. Чем достанешь?
пока не занят. Сейчас. Чтобы сейчас тебя посылал. Послушайте его. Помог мне. Потом, ну, дымится, да, правильно?
ты отходил, там что-то стреляет. Завтра может есть кость, тут мы уже все знаем, уже не так интересно. Там может все интересно. Так, ты закончишь на помост, так, да? Да, да, там 83% бункер остался, еще надо. Захватил. Пост, Миша! Главное, только подумал, что в прошлый раз мне там лупанули. Я остался один, да? Откуда он стрелял хоть? У тебя справа борта. Города, да, вот где ты бил блокпост, вот дальше вот, город. Ну то есть с города, а фиг его знает. Ну просто там все в это. Постройках. Всем привет. Ты... Да, привет. О. Делает, делает он этот. Ролик делает. Да. Обучающий, говорит. Я не забыл, говорит, я делаю, говорит, как что, сразу скажу. Клеверу, говорит, передай. Я говорю, вот, я понял, скажу, говорю, передам. Только не знаю, говорю, зачем клеверу, он не летит, кроме месяца, ни на чем не летает. Три ДД, с половиной часа, балблюсь. Прости, у меня уже руки не держат джойстика. Сейчас вот доработаю. На отдых. Заслуженный. Ну я все, я взлетать не буду, я есть хочу. Да, голодный. Без Петровича лишний вертолет получается. Что, сняли тебя? А, да, блин, рулевой винт того. Блин, а я так надеялся, чтобы тебе стингер лупанет, и я увижу откуда. Так, ну все, да? Отдыхаем. Надо разработчикам, разработчикам написать, чтобы они еще это сделали. ДШК, чтобы сделали на станке. Духи с него стреляли в основном. На вертолете, в смысле? Нет, нет. Ну вот, наземные. А, наземные? Ага. Да, вот классно, если бы сделали установку эту. И Тойота. И Тойота, чтобы была с ДШК. Да, да, и чтобы можно было устанавливать так, на барбухайке. Шушпанцер. Ну, спасибо, спасибо. Крайняя ракета. Крокодил над аэродромом заходит. Ой, его сейчас в душлаг, наверное, превратят. Рос Олли сработает. Ну, судя по тому, что его со всех сторон, того самого, скорее всего, это не его.
Блин, ё-моё. Слушай, а как аккуратно? Они его подпустили, только тогда начали работать. То есть не на заходе, а уже когда он в зоне был. Чё по нему там упасть, это ещё никак не пойму. Какая-то пушка такая. Да-да-да, вот я тоже не пойму. Отошел, все, со стримом выхожу. Блин, чего, разворачивайся обратно, пошел на аэродром. Так, всех на стрим пока.